чё, приплыл на свое любимое место. Попробуем что-нибудь заджиговать. Пайкандер, пинклок, пинклох, цвет. На 18 грамм. Ай, давайте покидаем. Поклевка была. Прям под... Эх, смотрите, как поводок. Ух, охотники стреляют. Да ёппа мать! Что такое, а? Поводок да в поводок. Что ты хоть все в поводок-то бьешь, а? Да ты вниз-то пошла. Вверх нахуй иди. Хорошая, хорошая. Давайте сейчас с этого борта возьму, блин. Ой, жескач. Вот так прикол. Щуки плещутся, а мы их не можем изловить. Так, ребята, один сход, три поклевки. А, два схода, три поклевки получается сегодня. Пока что. Да. Интересно. Все в пользу щуки, блин. Ух ты, бля, хорошая. О, красотка. Лицом. Бля, хмуха, башкой трясет. Угу. Вау, жабина хорошая, бля. Третий сход. И крючок в этот мне, бля. Видали? Ху-ху-ху-ху-ху. Ядрить ту Люсю, вот это да, вот это денёк сегодня. Да, жесть. А откуда сетка-то? Парни, на Волгу вышел. О, блин, милячок 3 метра. Здесь вот выход, грязной затон, выходит на миляк. Ну вот, блин, такого хоть окунька поймал. Блин, хороший. Вот на такую... резиночку Пайхантер. Блин. Ну хоть что-то, блин. А то все не задалось. Щуки, не щуки, блин. Вот он такой вот. Пинклок. А, красавчик. Ой, молодец. Ой, молодец. Ой. Красавец. Ладно, окуней не. Ну чё, парни? Волга. Волга, красота. Почти что штиль.
ветра нет. Прошелся туда, Мумариха, Троицкий посад, посмотрел. Чё-то ничего. Селитеры плавают, жерех плескается местами. Ну, как так, жерешата, скорее всего. Люди по лодкам. Мужики стоят. В общем, пристал сюда здесь. Ручей, красота, можно отдохнуть сейчас. Попью чай. Здорово, здорово. Давно не отдыхал на Волге. Мотор едет, шуршит. Ну чё? Поклёвывала, поклёвывала рыбка. Ну, домой рыбу не везу. Не достал. За исключением одного окуня. А так рыбачим. Вода почти что просветлела. Ну не почти что, а как бы вот где течение, фарватер, вода светлая. А где еще меляки, коряжники, там еще она цветущая. Ну, просветляет. Вода где-то 19-18 градусов. Вообще кайф. Рыба уже клюет, поклевывает. Не знаю. Надо отдохнуть, посидеть. Волга, Волга, Волга. Волга — это всегда кайф, мужики. Сейчас чай попьем, не знаю, может домой собираться, может нет. Ой, подустал так-то. Выплыл в 7 утра. Сейчас уже 2 часа дня. Что-то особо клёво нет. Бензин еще есть, может куда-то прокачусь, посмотрю. Ладно.